сокрушающее, яко так у мне сотвори Господь во дни, вняжи презрет я те поношение мое в человеце. Елисавете же исполнися время родите ей и роди сына, и слышаша окрик живущий и ежики ея, яко возвеличил есть Господь милость свою с нею, и радовахася с нею. И бысь восьмый день придошь обрезать от рача, и на лицах уе именем отца его Захарию, и отвечавши мать его рече дни, но да наречется Иоанн, и реша к ней, яко никто же есть в родстве твоем, и же нарицается именем тем, и помывав у отцу его, еже как бы хотел нарещи ей, и спрошь пчицу написа глаголя, Иоанн будет имя ему, и чудякуся вси, отвязавшися же уста его Абия, и язык его, и глаголоши благословляя Бога, и бысь на всех страх живущих окресты, и во всей стране иудейской победа ими бяку вси глаголи си, и положиши вси, слышащи в сердце своем глаголюще, что у Бога от рача сие будет, и рука Господня без ним. И Захарий, отец его, исполнися Духа Свята, и пророческого глаголя, благословен Господь Бог Израиля, яко посети и сотвори избавление людям своим. И ты от рача, пророк Вышнего, наречешься, придем по пред лицем Господним уготовать и пути Его, от рача же растявшая и крепляшася духа, и бег в пустыне до дней явления своего ко Израилю.